Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать свой видео-отзыв о креме с коллагеном Beauty Cream от Mason Natural. Это премиум-крем с коллагеном. Взяла, если честно, по акции. Здесь 57 грамм. И это анти-эйдж увлажняющий крем 100% чистым коллагеном. Вот такой вот состав у него. Я где-то ссылку оставлю внизу под видео, чтобы с ним вы могли более детально знакомиться. И использовала на все лицо и шею, но для меня он стал какой-то такой более жирноватый для моей комби кожи, а в летний период она в принципе превращается в жирную кожу. Для шеи, в принципе, нормально. И начала также использовать этот крем для локтей. Запах у него такой груши. Если честно, груши действительно чувствуется, груша. И чуть-чуть какого-то огурца отдаленно. Он такой вот беленький, если видно, там чуть остатки есть. И он довольно жирноватый. И за счет этого он как-то более экономный, чем другие крема. То есть я как-то его долго использовала. И если честно, то я его еще даже пробовала использовать после того, как какие-то не совсем хорошие маски, которые мне чуть-чуть пекли кожу. То есть у меня после нанесения определенных масок бывало, что покраснение кожи было. То я доставала именно этот крем с холодильника и наносила на кожу лица. И была очень сильно довольна эффектом. То есть он снимал какое-то раздражение, покраснение, но я понимаю, что для комбинированной кожи это, возможно, чуть-чуть жирноватый крем, но я думаю, что в зимний период на ночь это то, что можно использовать без опасения. Притом было прикольно то, что я взяла со скидкой его, и это тоже позитив. Запах мне понравился. Навряд ли я его еще раз закажу, потому что я попробовала его, я поняла, что он такой, его к нему нужно переноровиться. И ну, я пока в поисках оптимального какого-то крема для моей кожи. Но я думаю, для сухой и нормальной кожи это неплохой крем. Присмотритесь, цена у него не сильно большая. И он действительно, ну он хороший. Он очень хорошо разносится, приятный аромат и хороший состав. Но я все-таки думаю, что есть тут чуть-чуть и силиконов, потому что, ну, если почитать отзывы про этот крем, то мне кажется, что что-то тут есть еще дополнительное. Я не химик, чтобы узнать точно под этим названием, если тут силикон, но не может натуральный крем такое сделать с лицом, то ли это просто такие отзывы людей, которые это особо не пользовались этим кремом, не знаю. То есть я почитала, я удивилась. Купила по скидке, почувствовала, что в принципе может быть для другой кожи он больше подойдет, но для шеи хороший вариант был и для локтей, то есть я его использовала так. И иногда, когда вот то, что я говорила ранее, агрессивные какие-то были компоненты на моей коже и они создавали какое-то покраснение, то этот крем отлично после этого подходил на то, чтобы снять это покраснение и как-то дать коже какой-то глоток нового коллагена, грубо говоря. Интересует, пробовали ли вы этот крем? Если да, то насколько он вам понравился? И спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, пока!